Всем привет, с вами ТДС, и я приветствую вас в этом очень особенном видео. Я снимаю эти видео достаточно давно, уже несколько лет, и их у меня накопилось довольно много, а именно 999, если не брать в расчет второй канал, где их еще 207. И я давно наблюдаю за собой такой косяк, что я часто заговариваюсь и совершенно случайно придумываю новые слова или неправильно строю фразы. Так вот, для этого моего тысячного видео я подготовил монтаж из всех таких моментов в исполнении меня и моих друзей, а также просто из забавных моментов, которые я смог отыскать в своих видео с обоих каналов. Наслаждайтесь. Чё, где ты, Нига? Бегу, я сейчас к автосталону подбегаю. Так, и мне сейчас неохота с голыми руками рубить дверь. Ой, и рубить эти блоки, чтобы создать себе лестницу, поэтому я вот так сделаю немного с четырю. Так, вот мы в Castle Asidia. Такой замок немного странной архитектуры. Даже Векс это заметил, он даже написал он это. Я сейчас тебя выкину на ферме. На ферме. Ооо, отсосуало. Вот в этом коридоре мы бежали от самого оттуда. И вообще все помещение, оно... Ой! Скелетное! Это помещение очень скелетное. Лаймовое. Пинковая. Ой. Я хотел сказать розовая. Так, тоже. Пинковая. О, да. Новое слово я придумал. Здесь, в этих версиях, множество камней обчешуйнились, если так можно сказать. Так, ладно, увидимся у монумента. Думаю, его издалека я смогу видеть. Так, алхимическая стойка. Без опаски, быть с сожгенным заживо. Блин, я мимо автошколы пробежал, ну я вот... Чё сказал? Если мои вещи исчезли, будет ужасно. То есть не ужасно, а ужасно. Тут железо дофига. 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 Ой. О, вода? Да. Вода. Хотя я и так к мэрии бы подъехал. И он облашарился. Он сюда еще раз приедет на эту остановку, но с другой стороны, поэтому я еще пока подальше проеду, потом уже выйдусь. Сейчас поедем на еще одной железнодорожной дороге. Да. О, я отлично чувствовал. Я отлично. У тебя сейчас шум от процессора. Шум? Шум. В смысле? Блин, этот камень, походу, переплавлять еще надо. 4 изолированных. Изолированный. У меня слов нету. Поспали. Вы вообще офигели. Обфигели? И да. То есть я хотел сказать да, но получилось, что я сказал еда. Так, у нас... Ой, блин. Пластака бронзового слитка. И еще 42. Вот, сбор иридия завершен, ждите время в видео в ближайшее время, то есть, наоборот, хотел сказать. Так, тут спаунер паучков, надо будет его взять, блин, чё я не... Ты землю выкини, стекло возьми,
лучше. А, эти скелеты, два штука. Убей его, может он их выпадет. Они... Конечно. У меня там все вещи, они в каком-то в жопе. Немного. В каком-то? А, там они вон. Лук на силу 2, он, правда, почти сдохлый. Лук зачарен, ой, зомбак, это... Лук зачаренный зомбак. Лук зачаренный зомбак. Бегу на спринте. Тут вся стена... Ой, тут вся стена в стрелах. Так, да, надо вот эту воду, у тебя есть какая-нибудь такая зелье, которое написано Holy Water. Теперь ведется счет смертей игрока. Крипер летит. Да я вижу. То есть я, блин, чё я говорить не умею, а? Ну а если это именно это, что это есть, то, конечно, я тупо это как-то это сказал. Неправильно. Так. Тут где-то должен быть наверх лестница. Наверх лестница должен быть. Пожалуй, тут я... Ай, зря я зрел. Зря. Нет. Нет, то. Только не смерть. Только не смерть. Охо. Чё? Блин, чё я сказал? Охо? Или охо? Я вообще не понял. Опять дофига тут скелетов, целый один. То есть так, похоже, нужен... я все осмотрел уже, осталась только церковь. Осталась. Блин, я опять говорить разучился. И две очарованных ботинка. Две ботинка. Вот тут прыгалька. Прыгалька. Так, я ТП, теперь ты тоже. Давай. Сам ТТП. Я ТП. Понял тебя. Я понял, а что ты намекаешь? Зомби. Ой, что я сказал? Зомби. Да, именно зомби. Ой, падают вы, да? Ой. Как я это сказал? Падают вы. Ой, ну почему так я... Так, тут все... Обфакелить надо. Все-таки непонятно, вот до сих пор непонятно, откуда... 3-3-3-3-3-3-3. 3, да. 3 это клавиши на клавиатуре, на которой у меня стоит в данный момент. Это поджигалка. Поджигалка, обычно говорят зажигалка. Так, там скелет обыкновенный. Скелет обыкновенный. Это порода скелета. Есть скелет обыкновенный, есть скелет необыкновенный. Хотя нет. Как-то так скучно получается. Название какое-нибудь придумать. Там, который без лука. Скелет безлучный. Во. Значит, три вот этих штуках. Каких еще штуких? Да. Самая неприятная вещь — это пещерный. Так, ты не пещерный, ты тупой. Ой, тут кри! Пер. Ры. Еще одного зомбака. Потуши. Ты что мучишь, бедняжку? То есть, не, блин, какой потушить? Задушить, я имею в виду. Ой, а что за хрень? А. Так, сейчас штанишки возьму. Да, так, кстати, у меня шерсть тоже есть штанишки. Просто. Ты. А у тебя одна, Анна? Да. А он тогда у себя будь. То есть, что я сказал? У себя держу, типа. Да, я. У себя будь. Это fucking god my... Говно. Меня убило. Меня убило. Мое говно, я сказал. О.
Скелет! Ты должен умереть во имя... Скелет! Скелет! Должен умереть во имя света. Скелет! Ну а что еще можно сделать, если жрать мухомоны и бледные поганки? Мухомоны. Нет. Сказал мухомоны. Нет. Это муха-омон. Мухомоны. Мух-омоны. Да. По шерсти. Да. Так, табличку я, пожалуй, выкину. Кстати, будь очень аккуратен, потому что тут дофига всяких этих, ну, проходов, сделанных из гравия. Поэтому по ним желательно... не ходить, потому что если такой взрыв будет, то не обвалится. Мы упадим, упадем, да. Вот тут мы надо тоже быть очень аккуратно, потому что тут могут нас в сторону скинуть. Пожалуй, камешек возьму. У меня кирка классно, так быстро. Кикра. Так быстро копает. Стоит кикра классно. Да блин. Че, кикра же. Хорош. Вот один чувак. Чувак. Сундук, ой, зомби, то есть. Сундук, блин. Сундук, ну ты дал. Сундук тебя убивает. Я просто думал о сундуке, поэтому... Так и получилось. Я не буду быть бомжом. Ой, как я сказал. Ты не будешь быть бомжом. Да, что-то как-то не совсем правильно это предложение. Все, я теперь вообще всегда голоден буду. Ой, лук, ой, то есть паук. Я лук перепутал с пауком. Так, все, теперь сюда идти безопасно, давай. Иди сюда. Угу, я помню, ой, этот паук злой, блин. У нижнего здания есть две пути. Одна идет вверх, другая вниз. Ты иди по той, которая вниз. Ок. Вниз, да, там надо идти, короче. Да, там две пути. Две пути. Да блин, я заговариваюсь. Две пути. Может, все-таки. Ой, я наша кирка, может, тут еще где-нибудь осталось. Две пути. Хватит. Зря я упал, конечно. Зря получил уран один. Уран? Уран. При чем тут уран? Уран от падения. Оу. Yes, я семено. Я семя положил в сумку. Семено. Да what the fuck? Семено он положил. Блин. Че, ну, любишь кто-нибудь научите меня разговаривать. Я еще одного совсем близко слышу. Из перьев зомби. Из зомби перья выпадают, блин. Из перьев зомби выпадают. Да уж. Надо же такое сказануть. Вначале я сделаю тут все здесь. Да, там вроде все нормально. Сверху никто попадывать не... Чё делать? Падать не может. Поэтому более-менее все хорошо. Он даже приземлиться на землю не успел. Я его вижу. Я его вижу. Воду. Скелет, чё ты? Ты же сейчас умрёшь. Это безизбежно. То есть неизбежно. Безизбежно, блин. Да, вот так вот я лестнику тут продрелю. Прокирклю. Чё я несу? Таких слов-то нету. Все нормально. Это пшеница, тут нет никаких ловушек. Это, к счастью, хорошо. Так вот сюда. Чё я несу вообще? Даже, да, я на самом деле даже, наверное, домой не буду уходить. Оставлю все вещи здесь. Нафиг мне там, если я тут могу. Да, нафиг мне там, если я могу тут. Тут тоже в этой зоне нету ни одного спаунера. Но опасна она очень опасна. Думаю, высота у меня хорошая, может даже слишком высокая высота. Слишком высокая высота. Да.
Его тут нету, но он там есть. Да, его тут нету, но он там есть. Просто замечательно. Так, да, все хорошо. Блин, вот это все-таки меня немного побаивает. Блин. Чего делает? Побаивает. Нет. Меня это пугает, я хочу сказать. Вот так вот, чтобы мне если скелет и стрельнет, то я не упаду вниз. Этих фигней сразу убью, чтобы они мне потом не мешались. Всяких-то этих гастроподов и пикси там. Всю эту нечисть. Хотя, в принципе, это наоборот честь, потому что это святые земли, тут все такое типа доброе. Пойдем туда посмотрим. Туда? Вот тут что-то. О, точнее. Вот говшинчик. Кувшинчик есть. Вообще говшинчик. Говшинчик. Это типа одновременно. Не-не-не, все, не иди туда, это не иди туда, там. Хорошо. Нам говшинчик это одновременно. Там это говшочек. Это одновременно и кувшин, и горшок. Говшин. Мы продолжаем играть в террарию. Сейчас будем валить с хилитрона. Я убил птицу! С нее выпало знамя птицы! А такое есть? А, да, есть. Всем... Нет, оно не... Подожди. Знамя птицы! Всем здравствуйте, господа. Знамя птицы! Меня два фаер-импа атакуют. И тебя летула убила летучая мышь. Мне было 20 хп, я очень сильно упал. Офигеть, я, короче, попытался сказать одновременно, убила, и летучая получилась летула. Это тоже нелегкая не наркомания. Так, сундуков нету. Это грустно. Тлен. Безысходство. У нас тут все пещеры, блин, за... обсвячены. Ой, меня броня бронированная бьет. Броня бронированная, блин. Да, вот он, батарейка. Опять тут сундук, опять он не забрат. Блин, что за фигня, Дим, я сегодня опять один остаюсь. С нами шершни! Чего? С нами шершни! Знамя птицы! Сейчас, подожди, снова замет. У меня тоже есть, но только она у меня огненная. Потому что у тебя перчатка-рукавица есть. Ой, перчатка. Перчатка-рукавица. Блин, я под вечер заговариваться начинаю. Так, начался ночь. Дождь, ты видишь, волки побежали? Да. Знаешь, я все-таки ТБшник сдамаю, потому что мне нужны эти пламенные. Чё-то у тебя хп вообще мало, по-жёсткому. Мимика! Это звучало странно. Ой, чё-то просело. Ещё одна пластырь. Ещё одна пластырь. А это еще что за жопа? Почему у меня ее нет? Какой? Чего у тебя там нету? Ты... Антисглазная мантра. Ты что? Она так называется, чё? Может быть, мантра, а не мантра? Откуда я знаю, как это читается? Антисглазная мантра. А, это из Мегафона и Назара. Чего? А МТС в крафте не участвует? Нет. А чё так? Я знаю, блин. Это на Вики так написано, вот я сейчас с телефона зашёл. Вы там пожелания, спасибо и мужские трусы. Давай ломать-то эти спаунеры. А смысл? Просто так. Это весело, что ли? Да. Вернёмся в тот туннельчик, где там был такой туннельчик. Вообще, да? Хорош, гениально. Объясни. Сразу за тобой пойти захотел. Так, это, знаешь, эту ара... Ой, не... Ара. Ара. Я чуть не назвал броню армией. Армией. Потому что по-английски броня это армор.
Так, осталось железо. Я хочу выкопать где-нибудь ближе к наружу, но не совсем снаружи, то есть как бы все еще внутри. Че я несу? Как бы снаружи, но не совсем снаружи, но. Вы, блин, кооперативные уроды. Один другого ко мне подкидывает. А может уже и нет. Там... Разумеется, есть крипер, потому что кривой, у него динамит из жопы растет. Хотя, может, на самом деле так и есть даже. Еще курятина есть. Курятина. Тут еще есть... Тут еще свинятина есть. А дерево есть еще? Ладно, ну, ребята, они какие-то реально агрессоры. Если нет дерева, я могу добыть, потому что в озере там есть озеро. Ой, что я несу? В озере есть дерево. Скелет, ты зачарованный жопой. Откуда ты тут взялся? Там светло. Жопа зачарована. Да. Он из нее своим говном меня стреляет. Достал уже. Ну. Мы не туда, где мы по последней серии были, ну, где мы там постоянно сейчас подыхали с эфритами этими, но нет. Там в ту комнату, там она не так далеко, там книжки дофига было. Вот мы сейчас их заберем. Книжки было много. Да, всего лишь одной книжки, но ее было много. Книжки мы уже... А, я, пожалуй, железо поножку сюда сплавлю. Сплавлишь? Сплавишь, то есть сплавлишь. Капец. У меня вообще же сил 4 и не воспламенение. Ой, какое еще не воспламенение. И воспламенение. Типа все лучи воспламеняют, а твой нет. Да уж. Ни хрена себе ты охренел. Ни хрена себе ты охренел. Да, неплохо, неплохо. Надо выкопать к месту, где находится шерсть. Там она где-то ближе к середине, в таком замшелой штуке и замшелого булыжника. Вообще, да, гениально. Замшелая штука и замшелого булыжника. Просто невероятно. И скелетов я просто ненавижу. Ой, и скелетов и гастов. Два моих самых... нелюбимых моба, по крайней мере, в этой версии. Как она попала в стрелу? Ой, в стену, блин, я уж слова путаю. Они меня уже настолько, они мне надоели. Ничего опасного нет. Теперь у меня есть золотая шерсть. Золотые яблоки, черная шерсть, они тут не стакаются, я так и думал. Все работает. И... продолжение будет. Ага, они умирают. Если я думаю еще один блок сделаю, еще один блок сделаю, то есть выше сделал один блок, то они будут, скорее всего, выживать, если я все правильно посчитал. Впереди скелетов нет, там крипер и скелет. Куда ты убежал? Туда, куда мы сейчас были, то... Ты понял, что я сказал? Туда, куда мы сейчас были. Только что. Мы только что туда были. Только что куда были. Только что куда были, только что. Так, платинума. Платина. Платинума. Я камень твой подберу. Да. О, телефон. Ой, то есть самолет. Одно и то же. Я боюсь, что я не смогу выбежать. А, меня окружил медведь. В смысле, один медведь тебя окружил? Он что, там размножился? Флипендо! Ты даже сдвинуться с места не успел. Я тебя уже обзаклинанил всего.
Так, Урих странный, средневековье, очень странный колдун, известный, помимо всего прочего, тем, что вместо шляпы носил медуза. Медузу. Да. Офига себе. Надо... Так, надо ее осуждать. Хорошо. Идем обратно и идем через... по тому пути, где открылся, когда я сломал трубы. По тому пути, который где открылся, когда я сломал трубы. Да уж, классно. Так, тут должны быть следы какого-то штука. Так, идем на 7-й этаж. С самого снизу. Портрет. Такая у меня несвязная речь, просто пипец. Больше мне негде делать. Ладно, важно, что я хотел сказать, я сам не понял. Вот надо обязательно пролетать через вот эти звезды. Они бывают трех цветов. Зеленые, желтые, красные, черные. Мне настолько лень было к нему подходить, что я просто его к себе за Вингардиум Левиосил. Отлично. Тут везде у меня это... Отличный. Так, 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 так. Чё это я такой игнорировательный? На. Слова я умею придумывать. Бредовые. А, так я пока здесь, я пока, может, тут все это сделаю. По полностью. Туда прогуляюсь. Это будет третий этаж сейчас. Потом вернусь на лестницу снова. Откуда я, в принципе, в начале и начал. Вау. Птичка, но тут надо туда. Но тут надо туда. Что? Привет, кстати, хочу передать Ахилуш. Отличная идея, я тоже. Люблю ее, все такое. Лол. Целую нервно. В ее, может, что будет сексом. Ну, если ты вырежешь. Нет. Вырежи это, пожалуйста. Нет, ни за что. Я сижу, несу. Ну ладно, я до туда, можно считать, дошел. Я мог нажать кнопку, но не мог, потому что я был на там, где не мог. Вау! Cool story! Да, я тоже запал. Я в лаву, прям вот в эту лаву. Я даже не успею до низа допасть. Допасть. Ну блин. Так, вот это сейчас главное тупи на пару. Да уж. Потому что это, конечно, простое, но тут нужно внимательно. Внимательность? Да. О, тут я пока могу ограбить магазин. Магазин. Говорить вообще не умею. Нет, я тебя не пощажу, уроды. Тебя не пощажу, уроды. Вау. Я просто вообще... знаток и закачу за дебил. О, эта штука хорошо действует. Из еды. У меня собачатина есть, ну, в смысле... Корм. Это вообще не классно. Оп. А конечности отрубленные оставляются. Остаются, то есть. Да кошки, хватит уже спауниться. Достались. Достали уже. Пистолетные пончики. Пистолетные пончики. Нет, эти два слова друг с другом не связаны. Вот. Да не спеши, Дим. Лучше ты не нафидишь лишний раз, чем нафидишь лишний раз. Виталик. Просто Logic Level 9000. Мясо, расчлененка. Батарейка? Нахрена мне батарейка? Кошатина у меня еще есть, это как кошачья мята, пока не хочу ее жрать. А, понятно, вот тут я вот там и вот здесь вот. Вот тут я вот там и вот здесь вот. Это водичка, это да, в ней можно плавить, но вроде урон от нее будешь получать. У меня есть две картошки и три сырых этих овчатины. Нет, это же мой любимый синий шерсть. Это твой любимый синий шерсть? Это как зеленый шершень, только синий шерсть. Сейчас
скелет, да пошел ты в свою же бескожную задницу. Засунь себе голову туда и стань окружностью. Дети, вообще-то маленькие дети могут смотреть. Так а что, я учу этой, как же, геометрии окружности? Надо его скинуть, чтобы он не он умер. Он тебя опять все топтает. Ну, я просто их сейчас сажу. А что ты с ними делаешь? Сажаю. Другое дело. Надо утка с морковкой. Ой, удочка с морковкой. Утка. Да. Надо еще уголь и печка. А, да, из нее еще же можно зельеварение. Да, они зелье усиляют. Усиляют, да? Усиляют. Ну, да. Так, вот это та самая лестница, которую я мог бы попасть, но не мог, потому что, блин, как-то это прозвучало очень глупо. Обычно после 2 можно было хотя бы очень легко обозначить на фоне остальных людей. Так. Это мы... понятно, там, где собаков делают. Ой, кошка испугалась, ну ладно. Ой. Итак, у нас всем привет, начинается... Блин, так, теперь пистолеты, пулеметы, аптечка там была, и мятная кошка, то есть на... Я имел в виду кошачья мята. Мятная кошка. Мне просто аппетитно, вкусно. Все должно быть булыжником. Тупо все. И потолок, и стены, и пол, и жизнь. Ну, не хотя... Да, там шестеренков дофига. Две штуки. Так он сдох, скелет. Валяются мертвые стрелы. Валяются мертвые стрелы. А со стрелы живые бывают? Только я кого-то не совсем туда, где надо. Где мне надо находиться, нахожусь. Мы направляемся туда, один всего километр. Чё за столб такой непокайфный? Не ломается. Вообще. Офигел. Ой, всё. То есть ты хочешь сказать, что ты будешь меня в этом, в кине снимать? Про то, какой я псих? Нет уж. Блин, как быстро плыть на лодке, в отличие от Флаффи под водой. Ну, хотя это тоже Флаффи. Да, я фигню унесу. Потому что на вертолете я сюда точно, мне кажется, не посажусь, потому что это жестко просто как-то. Потому что не хочу ехать туда пешком. Посмотрим, что там с этим убийцем... Убийцей надо будет сделать. А ты еще не жив, то есть ты еще не мертв, да? Так, пещерка, насколько большая, абсолютно нет. Находится ли в них... там мы почти были, но и почти нет. Какую-то хрень вообще сейчас сказал. Так, смотри, ну тут их есть. Это их есть. Пёсик, извини. Ой, я мусор плунул. Плун. Мужчина. О, пацаны, махач! О. Видишь, у кого-то сегодня очень удачный день. Это так классно было. Ладно. Махач. О, Махач, спрыгнул с одного блока, сдох нахер. Пацаны, Махач. Дима, ты шмотики мои подобрал? Нет. Пусть те, у кого проблемы со всякими проблемами, будут еще больше в проблемах.
Но мне как-то пофиг, раз можно, значит, их проблемы. Если нет. Да, очень я как-то непонятно это сказал. Да, это вот буквально вот сейчас вот будет совсем вот где-нибудь прямо тут вот, да. Да. Офигенно, я предположения у меня очень такие то точные. Где-то вот тут вот прямо вот здесь вот. Попробую пройти по над домами справа. Что по... ты сказал? У меня в ушах звенит от взрыва. По над домам? Что? Да у меня сервер даже не находит. Я захожу в мультиплеер, у меня этот список серверов там пустой. Пустой, то есть. О, с первого раза, офигеть. То есть, офигеть. Что я сказал, офигеть. Что это мне там напоминает, но плевать, это вообще не важно. Что я сказал? Это не важно. Ладно, это не важно, это с игрой никак не связано, поэтому я буду молчать. Ну ладно, надеюсь, что такого будет больше не повторяться. Очень странно я это сказал, но и пофиг. Так, лазурит суем обратно. Суваем. Золото, это намного лучше, потому что золото быстро копается, его можно использовать как блоки. Как блоке. Именно как блоке. Ай. Мне кажется, что наверху лучше на открытом месте, чтобы никто меня не обвнезапил своим появлением. Да кривые двери какие. Булки с пейперами. Книги с бумажками. Уголя. Чего? Кого? Угля. Много. Железа вот я там вижу слева, снизу. Нет, это железо. Мне казалось, что я увидел что-то розовое или красное, но это оказалось... Нет. Это оказалось нет. Это всего лишь железо. Кирпичей там нету. Либо я вначале посвящу эпизод прохождению миссии убийств. А, меня это очень сильно обтупили. О, броня, супа. Супа. Какая супа. Должны же быть хотя бы одна. Батарейка. Ну, возможно, но я слишком пугальщенный. Ладно, на чеврика. На чеврика, да, именно на чеврика половлю. Давай уже, взорвайся! Ой, что это? Взрывайся, в смысле, или взорвись, ну не знаю. Просто надо убить все труповозки, на остальное пока что пофиг. Потому что, чтобы задание было выполнено, надо убить труповозки, остальное не важно. Опять две пути. Ой, два пути. Последнее слово я сказал, но я хотел в строю постараюсь, хотел почувствовать себя военным, они мне не дали. Вот он почему-то не боялся, а я очень боюсь сильный. Я боюсь сильный. О! Моё любимое труба. Чувак, это моя. Ну хорошо, я полез в саксофон. Хуя, там будет другую комнату, блядь. Какие-то у него странные гаечные ключи, по-моему. Это, мне кажется, норм. Как раз сюда это привенчаивать. Надо добраться до продавца оружия и купить у него пулей. Пули. Да, как-то так. Знамя шершня! Успех, все, я достиг своей цели в жизни, все. Успех, отлично. Ура! Вечерялка, это Party Girl и одежник, новые предметы должны продавать какие-то. Хоть уже их обовечивать всех. И кого-нибудь еще за два.
где эта штука? Вот он. Плюс 2 на 1 единицу. Ой, на 1. Ну-ка, это Минотарвов, да. Минотарвов. Через мост ее надо перебрать. Перебрать. А, гениально-то как. Уже и в этой все огромной хрени нет ни одного осколка. Служу закону. Осколка. Осколка. Сейчас надо мне подбирать все дропы, посмотреть, что там... Интересно, у меня насколько много места? Абсолютно нет. Угу. Ластение, да, именно ластение. Еще один щит-стор. Молотов, кошачья мята, башка голова. Башка головы, да, башка коровы. Что, простите, кошка с пистолетом? Это просто шедевр. Это самое забавное, что я видел. Мусульманов убито 39. Мусульманов. Так, что тут еще у нас есть? Вот тут подарка есть одна. Одна подарка есть. Кто хочет коровятины по щам? Да, в какую сторону, я даже и не знаю. В сторону низа, за конями. Да не, давай лучше не на конями, а на лодках. Ну что тут? Почему опять тут этот ёлковый лес? Все, я сделал два кровать. Ну так, у нас есть кости. Один кость. Ой-ой-ой-ой. Высоко. Высоко, ой, очень высоко. Сделал свечи такими резиновыми и попрыгальными. Такой дзынь-дзынь. Там опять их нету. Что за что? Ой, что я сказал? Он меня ударял, мне здоровье этим не снимал, но потом я, кажется, когда буду подбирать конфекту. Да, конфекту. Да-да-да, мне не хочу читать это все. Я ленивый читать. Давай тут подыщи. Подыщи еще тут мне. Не надо тут мне дышать. Ну что ж, я спасё. Я спасёлся. Они горят, блин, надо их остудить. Так, это у нас... Ага, зверик. Зверик. Я не знаю, что мне делать. Надо как-то очень аккуратно делать. Так, дерева. Значит, это сейчас будет у меня 98, и мне еще 2 еда куда-то потратить. Возвращаемся. Они, интересно, помогут, если я решу напасть на вот этот оранжевый лагерь. Я пришел из морских. Лобать мне Маш. С помощью Саферона сейчас мы этих тускаров всех заварим. Завалим. Наконец. Заварим, будут они просто жареные. Вот, если заварим, то вареные, скорее всего, не будут. Да, вот я думаю. Вот так-то да. Лучше. Я не уверен. Пусть один будет послушник на чинялке. Я русский человек. Привет. Помогите!
Рот открой, вот так вот делай ротом. А, да, да, да. Что ты за закрытым ртом болтаешь? А ты тут взял. Нет, мне не в дырище его надо. Ну, через там можно... Блин. Так. Я думаю, все поняли. Привет, котика. Ну, собака, что ты какая злое? Вы оруженные все? Ты сам говорил о том, что хочешь ванту засунуть, а сейчас жалуешься. Что ты какой... Этот... Ветерный. Чё это за птица летает? Такой не... Такой не есть в Майнкрафте. Наш побочка. Я думаю, меня бы здесь не только чем накормили. Накормили водой. Бабосунка. Кто? Ну, бабочка, типа, бабосунка. Ну, если, типа, английским буквам писать. Вот так вот, да, типа, чтобы не пугиваться. Охлади это, ой, в смысле. Охладите траханье. Опа! И батарейков у меня нету. Батарейков. Нам надо найти батарейков. Я то ли сегодня, то ли с утра. Ой. Вот это по-любому войдет. Мученики пали на поле на перевязке. Мученики. Так, интересно, в какую сторону мне же бежать? Я, ну, явно не... не в туда. Угу. Понятно. Но... Ты можешь колоться? Бляш, ну я что-то поистишка. Ты меня что-то это пугалка. Я пуглель. Пуглель. Да. Я бы спала. Спасла. По Фрейду. Че ты где? Я хочу, не хочу. Ну, ты понял. Типичный Дим. Почему у него раньше атаки, я не знаю, 500 миллиардов тысяч. 500 миллиардов. Тысяч миллиардов. Бокал не висит, молоко и вино будет литься рукой. What man would that? Да, это еще один идентичная комната. Еще один идентичный комната. Грибной корове. Ну и да, я маленький. Короче, мало людей, которые сделают так же, как я. Я, наверное, такой, типа, я мразь. Ну что ж, бывает. Если это все еще кто-то смотрит, то я благодарю вас за это. Я убил на этот монтаж около полугода, и я очень надеюсь, что он вам понравился. Но теперь я хочу немножко поговорить о своих планах на будущее. Естественно, я буду и дальше продолжать снимать видео, несмотря на то, что их почти никто не смотрит и мне они никакой прибыли не приносят. Будут новые серии по Minecraft Story Mode, по мере появления новых эпизодов, будет прохождение кампании Орды в Warcraft 3 The Frozen Throne, возможно, периодические серии моего сервера или Windows 10 Edition. Также на втором канале обязательно будет прохождение Eternal Damnation Remaster, как только он выйдет. И еще я подумываю снять прохождение третьей эпохи игр Grand Theft Auto, то есть GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas. Но это не точно. Ну, вроде и все. Еще раз всем огромное спасибо за просмотр этого видео и всем пока.